японская полиция. Звучит как ругательство. Страшно, японская, да? Полиция взяла под стражу мужчину, который, вероятно, завел отношения с 35 женщинами одновременно, чтобы получать от каждой подарки на якобы свой день рождения. А, ну это все объясняет. 39-летний Такаси Миягава, у которого нет постоянного места жительства в районе... Ну. Как он еще и знакомился, то есть, так, поехали ко мне, куда? Так, ну, он коробка там, звал, да. Наверное, просто в Японии очень много жителей там, реально, там в Токио, по-моему, около 18 миллионов человек, поэтому неудивительно, что 35 ты найдешь. 35, да, из 18 миллионов. В общем, у него нет постоянного места жительства в регионе Кансай, говорил каждой девушке, что его день рождения выпадает на разные даты. Он знакомился с одинокими девушками, торгуя воронками для душа. Что такое воронка? Воронки для душа, но это, наверное, штучка, в которую все сливается. Я чисто интуитивно предполагаю. Но мы обязательно это выясним к следующему выходу, чтобы люди спокойно ехали на работу. Ему даже удалось продать некоторым свои товары. Миягава каждой очередной избраннице, в кавычках, обещал, что женится на ней. Обещал воронки от душа. Я, конечно... Такой подарок даришь девушке, она такая, да не надо. Давай, я тебе лучше дам что-то. Но у меня была такая же история, но не с 35 мужчинами, но... 40. Нет, к примеру, кто-то спрашивает, что у тебя за праздник? Я говорю, это мой день рождения. У меня был случай, когда, ну, подарили в один и тот же день разные 3 букета цветов. Но это не был мой день рождения. Но это не 35. А, собственно, а почему произошло так? Почему ты наврала? Объясни. Да, просто, да. Цветов хотелось или... Да? Или да. Просто посмотреть, как это работает? Нет, я мало ли хотела там... цветов. Ну, хотела цветов, сходила бы на кладбище. Взяла. Дима! Пандемия, куда сейчас ходишь? А, да, сейчас нельзя, закрывает. Да. А может быть, мужчина просто, он не бабник, он любит женщин. Знаешь, вот у меня тоже есть друг, который, я ему говорю, слушай, ну, сегодня с одной встречаешься, завтра тебя вижу с другой. Нет, это не аргумент. Митя, ты понимаешь, я не бабник, я просто женщин люблю. Зачем ты рассказываешь наши разговоры всем? Ну, вообще, на самом деле... Сдали его, сдали. В случае с японцем это плохо, потому что он меркантильные цели преследовал. Да, конечно. Быть альфонсом — это плохо. А, кстати, знаешь, может быть, о чем подумал этот японец? Оказывается, что по статистике люди, которые проживают до брака женщинами, то у них более прочный брак, ну, впоследствии. Может быть, он подумал, ну, я попробую с первой, со второй, с третьей. Может быть, с 35-й. С 35-й, ну, на 36-й он прокололся. Да. Не получилось. Видимо, 36-я была как раз сотрудница полиции. Ух ты, какая. Ну что ж, мы за правильные, хорошие отношения, любить друг друга. Не ври, не вводи людей в заблуждение. Если хочешь цветов, просто скажи, что хочу цветов, и все. Кладбище. Хэппи-няца. Хэппи-няца. Лахи-фэм. Энджи-дэ-зила-вэся.